В гримерках суета, идут последние приготовления. На сцене все должно быть идеально. Грим, костюм, ну и, конечно, игра актера. Лучшие театральные коллективы района представили свои работы на конкурсе. Ну, я, конечно же, волнуюсь, как и любой нормальный человек. Но за спиной столько репетиций, столько отыгранных ролей, что все равно я чувствую какую-то уверенность. Кстати, спектакль по пьесе Чехова поставила известная певица Алена Апина. По замыслу режиссера, актеры должны были напомнить зрителям, как это здорово читать. Взять в руки томик Чехова, Пушкина и насладиться прекрасным слогом. Театр и выходить на сцену, в первую очередь, удовольствие, а потом уже все остальное. Когда знаешь текст, когда понимаешь, для чего ты выходишь, понимаешь, что там делать, право, лево, зрители и так далее, какие-то там сцены, движения и все прочее. И вот после вот этого надо наступает момент удовольствия. У них этот момент уже в прошлом году наступил, они уже все это благополучно прошли, все подводные камни. Интересную работу представили ученики второго лицея. Они подготовили экологическую сказку. Написание сценария, пошив костюмов и создание декораций – все это взяли на себя родители. Спасаем природу. Да, действительно, будет два действия – царство добродеи и царство нанотехнологии. Нанотехнологии – это здорово, круто, но не всегда все, что очень технологично, бывает правильным. Да, да. Вроде бы есть очистные системы, отходы идут не совсем в них. Это об этом, но все-таки царство добродеи, доброе царство, оно побеждает. Оно побеждает. Финал конкурса «Театральная весна» прошли самые сильные коллективы школ района. Организаторы подчеркивают, что темы, которые дети поднимают в своих постановках, актуальны в современном мире. Студии театральных было 20 из 18 образовательных учреждений Одинцовского муниципального района. В этом году жюри выбрало 8 коллективов. То есть обычно мы выбирали, жюри выбирало 5, либо 6, это было самое большое количество. В этом году 8. То есть порадовало нас исполнение. Некоторые школы как-то относиться стали более так уважительно к театру, я считаю, потому что они даже, как мы увидели, взяли в свои коллективы режиссеров профессиональных. И это видно, дети подготовлены, причем не только внешние, но и режиссерские такие задумки очень интересны были. Победителем фестиваля стал театральный коллектив школы имени Светловой с постановкой «Кошкин дом». Юные актеры свои роли сыграли блестяще. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».